OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Кремль повністю відмовився допомагати Вірменії і заявив, що за міжнародним законодавством Карабах – це територія Азербайджану. Так за міжнародним законодавством і Крим – територія України. Куди дме вітер? Привет! На моем YouTube-канале с поэтическим названием «Роман Цымбалюк» вышло не одно видео, где я провожу параллели между различными конфликтами на постсоветском пространстве. Везде своя история, своя боль и своя кровь. Но есть кое-что, что это все объединяет. Это участие Российской Федерации. Так вот, сегодня Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах. И не беда, что эти войска под брендом «Миротворческие силы» уже находятся давно там. Больше 150 самолетов вылетов было совершено в Армению для того, чтобы доставить российскую группировку. Совсем недавно Дмитрий Песков, отвечая на мой вопрос, говорил, что да нет, Путину уже не надо спрашивать разрешения, чтобы вводить свои военные силы в другие государства. Мол, решение такое Совета Федерации действует с 2015 года. И касалось это тогда Сирии. И вот сейчас, неожиданно, Верхняя Палата рассмотрела, ну и, естественно, удовлетворила Владимира Путина. Но что касается истории вопроса и параллелей, и выводов вот последней войны между Арменией и Азербайджаном, вы представляете, Владимир Путин тоже занялся этим. Не знаю, подписан на мой канал, как вы, или нет. Говорят, что у него вообще нет социальных сетей. Но, тем не менее, он прямым текстом говорит о том, что все эти мероприятия очень и очень похожи. И, кстати, Владимир Владимирович-то благословил Украину на освобождение украинских территорий. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Вы подписывайтесь, и мы вместе называем вещи своими именами. Почему я говорю о параллелях? Владимир Владимирович тоже такой же. Здесь надо прямо говорить. Потому что сам факт непризнания Карабах, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие. Мы в свое время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, нанесения ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и их стремление этих людей, проживающих там, воссоединиться с Россией. Мы пошли навстречу людям. Мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают. И в интересах всей России. Владимир Владимирович не был бы Владимиром Владимировичем, если бы немножечко не слукавил. Ну, или, если говорить опять же прямо, не соврал. Потому что, ну, мы же-то помним, что когда российская десантура высадилась сначала в Крыму, как они их называли? Они их называли вежливыми людьми, зелеными человечками, потому что Владимир Владимирович стеснялся сказать, что это российская армия. Ждал, как отреагирует Обама. Обама, да, никак он не отреагировал, и потом они начали со всех этих трибун пищать, визжать и объявлять, что это российские освободители. Поэтому насчет того, что это было сделано открыто, там, как вы понимаете, не соответствует действительности, особенно на первом этапе российского вторжения. Что касается интересов людей в Крыму, ну не знаю, при Украине воровать воду им не нужно было, а сейчас их оккупационные власти обвиняют именно в этом.
По поводу интересов Российской Федерации, ну, очевидно, они здесь есть. Хотя хрен его знает, потому что теперь все на Кремль и все, кто под ним, смотрят, ну, очень-очень настороженно, потому что хрен его знает, по кому в следующий раз они ударят. Но о чем мы тут слышим? Оказывается, вот Владимир Владимирович и с Крымом проводит параллели, и с оккупацией Абхазии и Южной Осетии. Ну, вот эти истории о том, что Саакашвили напал на миротворцев, не надо. Почему-то все считают эту историю с 8.08.2008, но почему-то эти миротворцы вели огонь по грузинским силам заранее. И если почитаете новости того периода, уже сколько лет-то прошло, то там будет ясно, понятно, что обострение произошло заранее. И вряд ли это могло произойти без участия, нет, без непосредственного руководства российской военной группировкой. Но о чем говорит Владимир Владимирович? По поводу Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах не был признан Арменией в качестве независимого государства. Почему это не было? Хотя все прекрасно понимают, что там армянская военная группировка и все держалось до освобождения именно на этом. По той самой причине это... Ну, почему? Потому что если бы Армения признала бы Нагорный Карабах, то все эти переговоры, Минский процесс, который существует... или существовал по Армении и Азербайджану, все бы навернулось медным тазом. Ведь у них свои есть Минские соглашения. Это точно такая же история. Почему оккупированный Донбасс в виде этих мега-республик, на самом-то деле оккупационных администраций, не признает Россия. Хотя там точно так же, как в Нагорном Карабахе, скачут российские захватчики. Ну, с точки зрения международного права и здравого смысла, это выглядит именно так. Но дальше больше. Владимир Владимирович в этом интервью очень много говорил, как он помог Армении избежать всяких страшных последствий. И как бы получается, что так вот ты слушаешь его, а слышишь, что целый Владимир Путин оправдывается. Говорит, что вот не мог он сделать больше. А почему? Ну, что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза. Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные вот события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы являемся. Ну, без этого никуда. Как бы немножечко крокодильих слез по поводу того, что когда-то было, что, ну, мы же слышим, тут Жириновский недавно говорил, что были бы это эти губернии, азербайджанская, армянская, грузинская, то не было бы войны. Сам факт того, что это независимое государство, оно как бы тут вроде и признается, ну, с небольшими нюансами. Но турки турками, но в каких выражениях Владимир Владимирович размышляет по поводу помощи Анкары Баку? Что я имею в виду? Азербайджан – это независимое суверенное государство. И Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать? Это первое. Первое и очень важное. Азербайджан может выбирать себе союзников. Может, мы не спорим. Но слушайте, я вообще-то считаю, что все страны равны. И если Азербайджан может выбирать себе союзников, то и Украина тоже. И в данном случае, как мне кажется, НАТО, как бы, мне кажется, неплохим будет вариантом для того, чтобы каким-то образом этих вот товарищей российских угомонить. И второе. Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан возвращал территории, которые он считал Азербайджан, но и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Спасибо, Владимир Владимирович. То есть, другими словами, если мы смотрим через призму слов Владимира Путина, тогда Украина имеет полное право освободить и Крым,
и Донбасс. Потому что этих два украинских региона, они с точки зрения международного права являются Украиной. И этот факт никем не оспаривается. В части Крыма есть особая позиция Москвы, что, мол, это наша. Однако никто не признал принадлежность Крыма. Но есть там всякие там недорежимы, которые непосредственно зависят от Москвы, типа сирийского. Те какие-то поползновения делают в этом направлении. Но даже Армения не признала оккупацию Крыма. Казахстан не признал. Боже ты мой, даже Александр Григорьевич Лукашенко этого не сделал. И это говорит о том, что если на каком-то историческом этапе у нас будет часто натхнение для того, чтобы действовать так, как Азербайджан, мы будем правы.